Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России Петр Чекмарев прибыл в Орловский регион. По данным пресс-службы администрации области, на встрече с губернатором Андреем Клычковым и представителями АПК речь шла о перспективах развития отрасли растениеводства. Петр Чекмарев сказал, что Орловская область становится центром земледелия и сельского хозяйства в ЦФО. Он высоко оценил итоги уборочной кампании в нашем регионе. Я по поручению министра приехал, чтобы поздравить вас, и по зову собственного сердца, чтобы поздравить аграриев Орловской области. И надеемся, что дальше Орловская область будет развиваться все лучше и лучше.